Здрасте всем, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я бы хотел вам сказать, или объявить, или предупредить о моих новых серверах. Для тех, кто уже на них играл, я объясню, что и как, а для тех, кто не играл, я объясню заново. Раньше мои сервера были на проекте Black Dragon, и в принципе у меня там было два сервера, за что отдельно им спасибо, что они, можно сказать, содержали мои сервера там. Но сейчас мои сервера переехали на отдельный сайт, на отдельный лаунчер. И как вы видите, вы уже можете видеть ссылочку вот тут сверху, как называется мой сайт edisonmc.com. Вы уже сюда можете зайти, мои сервера уже перешли, и один сервер, точнее бесплатный сервер, уже работает. Вы можете зайти, вы можете скачать вот тут лаунчер и зайти уже на мой сервер. В дальнейшем, через несколько дней, я так думаю, когда настроят, когда включат, будет работать также мой платный сервер, и вы сможете туда вернуться и, в принципе, опять начать на нем играть. В принципе, тут больше ничего не изменилось. Все, что вам нужно, вы найдете на сайте. Новости, можно следить. И что самое главное, ребята, наконец-то я могу всем уже сказать, когда у нас будут турниры. Потому что не все следят за новостями в группе ВКонтакте. И половина, наверное, кто играет на сервере, не участвует в турнире, только потому что не знает, когда он будет. А так, когда будет турнир, я в новостях тут напишу, что какой турнир, какие правила, когда он будет, и оставлю ссылочку на тему ВКонтакте, чтобы вы все-таки могли подать заявку на турнир. Или, например, даже вот тут в комментариях, но все же лучше ВКонтакте, конечно. В принципе, больше тут ничего такого нету, что можно объяснять. Вот, значит, игру, донат, в принципе, как везде, и правила сервера. Тут вы можете смотреть, какой онлайн на сервере, как на том же Black Dragon, и обновлять онлайн. И, в принципе, больше тут ничего такого нету, что сейчас очень необходимо. Я вас просто предупредил, тот, кто играл на моих серверах на проекте Black Dragon, и сейчас задаются вопросом, ни хрена себе, я там играл, но вдруг в один момент все сервера Эдисона пропали, а где они сейчас? Для тех, кто не знает, вот, мои сервера перешли на вот этот сайт и на свой отдельный лаунчер. Вы уже можете сюда зайти, вы уже можете сюда играть. Зарегистрировать аккаунт нужен новый. К сожалению, вы не сможете играть сейчас вот тут, продолжать играть на моих серверах, или как бы сказать, начать заново играть на моих серверах со своим старым логином, паролем, ником, который у вас был на моих серверах на Black Dragon. Вам нужно зарегистрировать новый. Ну вот тут сверху это все можно сделать, мне не показывается, потому что я сейчас нахожусь в своем как бы аккаунте, да, но вы можете зайти и в принципе зарегистрировать. Все, что я хотел, я сказал, ребята, ссылочка на мой сайт в описании, я всех вас жду, следите за новостями, будут конкурсы, будут раздачи, будут бесплатные пропуска на сервер, может даже потом еще что-то другое будет, турниры, наборы, геймлидеры и все другое. Просто следите за новостями. Ну, а вы уже сейчас можете зайти и начать играть на моем бесплатном сервере. Я вас всех тут жду. Всем за просмотр, всем удачи, ребята. Заходите, играйте. Всем за просмотр, всем пока.